Председатель Центральной избирательной комиссии Мазахир Панахов встретился с делегацией во главе с председателем парламентского собрания Союза Беларуси и России Виктором Селиверстовым. Мазахир Панахов отметил, что в нашей стране зарегистрировано около 6,5 миллиона избирателей. Они будут голосовать на 6537 участках. Доведя до внимания гостей, что впервые выборы пройдут и на освобожденных от оккупации территориях, Мазахир Панахов сказал, что избиратели будут голосовать на 26 избирательных участках, созданных на этих территориях. Подчеркнув, что президентские выборы – это серьезный и ответственный процесс, председатель Виктор Селиверстов отметил, что наблюдал за выборами в Молдове, Казахстане и Кыргызстане. Их цель – поддержать Азербайджан в проведении прозрачных выборов.